Друзья, 6 ноября, Удельный парк, и сегодня здесь команда Грифон Ран проводит Достоевский марафон. Я бегу четвертую часть марафона. Сейчас ребята готовятся к дистанции 21 километр, также 63 километра и множество разных дистанций. Вопрос много, и внимание! 5, 4, 3, 2, 1, погнали! Сегодня выпал первый снег, негаданно нежданно. Наши друзья, наша поддержка, наши судьи, которые никогда нас не засудят. Давай, хорошего дня. Ну, без этого не обойтись здесь на дистанции. Красавцы! Половинку дистанции оттоптали, а это 5 километров. Под ногами слякоть. Погода, в общем, для тех, кто бегает, отличная. Практически не жарко. В общем, добегаем в свой пятачок и радуемся жизни. А вот он и финиш. О, Миша! Ура! Ой, спасибо! Вот она, заветная, красивейшая медаль Достоевского.
Как зовут маленького товарища? Какой Карелла финская лайка Челси. О, Челси. Прямо как футбольный клуб или группа. А подскажите, пожалуйста, этого... О, они меня сейчас... Фу, друзья, это был марафон Достоевский от команды Грифон Ран. Это было очень здорово, отлично пробежались. Сегодня погодка такая неожиданная для нас была, снежная. Сейчас идет легкий дождячок. Сегодня очень много вкусных бонусов, отличная медаль. Спасибо организаторам. В общем, до новых встреч, ребята.